Добрый день! Z Empire Investment Ltd. с гордостью представляет мероприятие в мире электроники. Впервые на Кипре с 13 по 16 ноября в Лимассоле была проведена конвенция Partners in Excellence Electronics Networking Convention в новом формате общения B2B. Для этих целей организаторы, компания Z Empire Investments Ltd., арендовали пятизвездочный отель Сан-Рафаэль Резорт на берегу Средиземного моря. В одном месте, под одной крышей, собрались представители более 250 IT-компаний из Дубая, США, Нидерландов, Гонконга, Китая, Великобритании, Сингапура и многих стран Европы. На конференции был представлен весь спектр IT-сообщества, от производителей до ритейлеров. Также присутствовали глобальные вендоры и интеграторы. По словам организаторов, Кипр был выбран ими из-за оптимального географического расположения на пересечении трех континентов. Согласно выбранному формату, владельцы и менеджеры компаний свободно общались друг с другом без какой-либо регламентируемой официальной программы. И такой официальный формат общения имел несомненный успех. Организаторы сообщили информационному агентству Forbes Казахстан, что годовой оборот представленных на конференции компаний составляет около 100 миллиардов евро. Управляющий директор кипрской Z Empire Investments Ltd. Сам Насар уточнил, что в следующем году на конференцию планируется пригласить уже 350 участников, в том числе известных мировых вендоров. Итак, будьте с нами. Russia Media Group, Эльвира Рибас будут знакомить вас с участниками и с компаниями, которые будут представлены на этом мероприятии. Спасибо.